Добрый день, коллеги, друзья. Ну, в первую очередь, хочу сказать огромное спасибо Николаю Николаевичу за предоставленную возможность рассказать о нашей технике. Это наш такой VIP-клиент, который использует в основном технику Гримы. На данной площадке вот у нас, в принципе, представлена техника для обработки почвы. Это гребнеобразующие фрезы GF400, ботвоудалители, картофелепосадочные машины элеваторно-ложечного типа, уборочные комбайны. Что хотелось бы заметить? Компания Гримы, и в частности мы как премиум-партнеры компании Агротехник, выпускает порядка 150 наименований машин для производства картофеля. Что хотелось бы, я вкратце пробегу, да? Вот здесь вот будет стоять две фрезы, можно подойти, посмотреть, кому интересно, да? Будут различные гребнеобразующие устройства. Одно будет у нас для объемного гребня, другое будет гребнеобразующее устройство, цельносварное, XXL. Позволяет у нас по полудиаметру до 105 делать гребень на междуряде 75. Позади меня картофелепосадочные машины ложечного типа. Хочу обратить внимание, что выбор опционаля очень велик. Видите, здесь различные борозняки на машинах. Есть введение у нас двух высаживающих аппаратно одним копирующим колесом. И вот хотел бы особое внимание обратить на баковое оборудование. Абсолютно профессиональное баковое оборудование. Возможность закачки есть с подъемом до 2 метров. Есть мешалочки, есть система промывки форсунок и линий. Даже с возможностью того, что СЗР какие-то остались в баках, можно форсунки промывать чистой водой, потому что находится на 120 литров бак дополнительно. И бак для чистой воды для мытья рук. Машины из новинок, то что на данный момент картофелепосадочные машины, ну вот в этом варианте они протравкой семенного материала у нас предоставлены, да. Также можно поставить внесение удобрений на площадку дополнительную. Помимо всего этого, можно дооборудовать их микрогрануляторами. И кому может быть интересно, одномоментно мы можем протравливать, вносить мин удобрения и делать протравку борозды, допустим, или подкормку борозды кассами. Это будет отдельное боковое оборудование, которое будет вынесено на навеску трактора или же на крылья трактора. Ну и позади меня стоят легенда, можно сказать, компании Гримы. Это картофелеуборочные комбайны SE150-60. Машины с боковым подкопом позволяют использовать в тяжелых почвенных погодных условиях трактор на широких шинах, потому что он идет уже в принципе по выкопанному полю. Большая система сепарации, машины выполняются уже, изготавливаются заводом давно. Сейчас на смену уже идет новое поколение комбайнов серии SE, это комбайны серии EVO, где есть возможность большей площади сепарации по сравнению с этими машинами, практически в полтора раза площадь сепарации EVO 280. И на EVO 290 доступна опция очистка AirSep. Это очистка комка воздушным потоком. То, что касается новинка, может быть, мы там немножко поговорим. Сделали достаточно большую презентацию. Я думаю, с ней вы сможете ознакомиться на сайте «Крестьянина Агробук». Там будет более подробная информация. Сейчас хотел бы показать, у нас складская техника имеется. Вот предприятие КФХ Юзефов работает практически на наших приемных бункерах. Бункера у нас в данной комплектации, это CF, да, позволяют у нас производить фракционирование и землеотделение. Опять же,
Есть у нас комплектации комбайнов по желанию. Можно дооборудовать двумя еще дополнительными фракциями, разбивкой на фракции. Есть у нас отбивка от комка, это машины комби. И есть новая абсолютно машина, это Power Combi, где еще присутствует оптическая сортировка. Ну, в принципе, так, у меня, наверное, так вкратце это, наверное, все, если кому-то интересно. Ну, вот, кстати, здесь еще стоит совсем старенький комбайн, центральный подкоп БР-150. Вот Николай Николаевич, я все уговариваю его поменять. Ну, скажем так, что отличается система сепарации, но в связи с тем, что в хозяйстве такая хорошая технология возделывания картофеля, комбайн работает также наравне с СЕ-150. Ну, может быть, в сырых условиях немножко ему хуже, потому что трактор на узких шинах используется. А если возникнут какие-то вопросы по новой технике, по комплектации, по ценообразованию, подходите, в процессе я вам расскажу о наших новинках. Ну и, как я говорил, что мы, в принципе, подготовили презентацию, на Агробук зайдете, ознакомитесь самостоятельно. Шина производится на заводе в Самаре. Поставляется машина с четырьмя модулями. Это опрыскиватель, разбрасыватель минеральных удобрений, также мультиинжектор для внесения каса непосредственно к корням, и есть пневматический модуль для высевания мелкосемянных культур. Машина получила ряд изменений, как бы у нее новый двигатель, это Кубота 3,8 литра. Также у нас новые мосты, у нас новая емкость 2,5 литра, 2,5 куба. Также у машины разбрасыватель на 2,5 куба. Ширина захвата машины 28 метров, возможность работать по технологической колее с шириной 24 метра. Также, наверное, машина является основным помощником для аграриев на протяжении всего периода работы. Если есть какие-то вопросы по машине, могу с удовольствием ответить.